поддержку со стороны правительств разных государств получил блокчейн-проект Shivam, крупнейший центр геномных данных. Проект использует технологию блокчейн для безопасного хранения и передачи генетической информации. Благодаря этому информация о геноме должна стать доступной для научно-исследовательских организаций и фармацевтических компаний. Проект получил поддержку премьер-министра Эстонии, члена Европарламента от Литвы и правительства Индийского штата. В сборе и описании генетической информации примут участие известные компании, статусные лица и члены Европейского парламента.